Уважаемые друзья, время неумолимо бежит вперед. Мы помним приход в республику Владимира Абдуалиевича. И за эти 30 большим года удалось сделать немало. Вы об этом хорошо знаете. Благоустраиваются города и села, строятся социальные объекты, школы, детские сады, ясли. Бюджет стал совершенно другим. Это прежде всего заслуга Владимира Абдуалиевича. Это надо признать, и это мы не должны с вами забывать. Но самое большое достижение, на мой взгляд, это то, что ни один дагестанец не покажет пальцем в сторону Васильева и не скажет плохого слова в его адрес. Он остался до конца честным и чистым. Хочу пожелать ему на новом поприще успеха и попросить его не забывать родной Дагестан. А депутаты Народного собрания вас благодарят за то, что вы доверяли нам, за то, что вы поручали нам сложные вопросы, связанные с принятием бюджета, парламентским контролем. Мы это хорошо понимали, ценили, и этого мы никогда не забудем. Спасибо вам за такое отношение и доверие к парламенту Дагестана. На данном этапе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин доверил возглавить Дагестан Сергею Алимовичу Меликову. Мне кажется, что выбор сделан правильный. Ему не надо вновь изучать сложившуюся в республике ситуацию, людей, потому что он не отрывался от нас, по сути дела, никогда. Интересовался делами, нашей жизнью. И мы надеемся, что все те необходимые для нас реформы, которые были начаты в предыдущие годы, они будут продолжены и принесут пользу нашей родной республике. А это значит и новые рабочие места, это налоги, это нормальная жизнь дагестанцев. Ну и еще, может быть, это и шутка, напоследок хотелось бы сказать, что и новый руководитель нашей республики не полковник и не генерал, а настоящий боевой генерал-полковник. Поэтому ему тоже хочется пожелать успешной работы, сказать добро пожаловать. Мы все вместе с вами также будем поддерживать и работать во благо нашей великой страны России, в том числе и Республики Дагестан. Спасибо большое, удачи в жизни, здоровья. И чтобы мы всегда были такими сплоченными, ценили наших руководителей, не забывали их. И хочу сказать еще раз в адрес нашего многоуважаемого Владимира Абдуалиевича, что мы не забудем ваше отношение к Дагестану, дагестанцам и каждому из нас. Всех вам благ, здоровья, долгих лет жизни.